Новобранцы войсковой части 55-25 сегодня присягнули на верность родиме. Урочистый ритуал прошел на Брыгадном пляце. В осенний призыв рады подразделения пополнили молодые люди с Брестской, Гродинской и Гомельской областей. Присягу новобранцы приносили после курса молодого бойца. За этот час они поспели отчуть все тяжкости и радости военной службы. Солдаты с хваляванием, але уже с военной уверенностью и выправкой вымовляли слова присяги. За урочистым ритуалом назирали командиры. Командиры, гости, а так само близкие и сябры солдатов. Курс молодого бойца очень насыщен занятиями. И, в принципе, так вот заранее вам никто достоверно не опишет образ воинской жизни, потому что отличий от жизни на гражданке очень много. И особенно, когда ты втягиваешься в этот образ жизни за один месяц, впечатлений, конечно, получается очень много. Все военнослужащие у нас прошли достойно первый период, скажем, обучения на учебном сборе. Нет у нас тех военнослужащих, которые бы дали слабину, все достойно прошли этот период. Надеюсь, что и в дальнейшем они будут уже достойно точно так же выполнять задачи. После принесения присяги новобранцы у першиню отправились у звольнения.